2020 год подбросил человечеству немало хлопот, связанных с пандемией коронавируса. Уже более полугода мы живем в новых жизненных условиях. У нас появились новые увлечения и стабильные карантинные привычки. Пожалуй, самая важная наша с вами задача во время пандемии – это защитить и сохранить свое здоровье. Для этого мы напомним вам о правилах самозащиты. Без них никак. В эпоху распространения коронавируса защитная маска – обязательный аксессуар каждого человека. Необходимо помнить, что одноразовую маску необходимо менять каждые 2-3 часа. Помните, что рукопожатие, объятия стоит отложить на период, когда пандемия отступит. И, конечно же, соблюдать дистанцию. На занятиях для моей безопасности и моего друга я сижу за партой один. Во время урока старайтесь не трогать руками лицо, не берите в рот ручки и карандаши. В случае, если вы уронили канцелярские принадлежности, обработайте их, а также и руки антисептическим средством. И помни о самом важном. Если ты почувствовал недомогание, немедленно обратись к учителю. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. И пусть никакие карантины и вирусы не испортят вам настроение.